Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Кит. Анжела, просыпайся. Давай-ка мы скорее с тобой примем душ. А вот так. Ребята, завтра наша кошечка Анжела собирается в школу. Давайте-ка подберем ей самую красивую школьную форму. Ребята, напишите, а какая у вас школьная форма? Очень интересно. Есть у кого-нибудь форма, похожая на форму кошечки Анжелы? Так, почистим зубки. Кажется, Анжела очень голодная. Надо бы покормить ее, ребята. Вау, да мы перешли на новый уровень. Нам в подарок дали наклеечки. Попозже посмотрим, что там. Как насчет твоей любимой кашки, Анжела? А яблоко не хочешь? О, я смотрю, ты совсем наелась. Тогда давай-ка мы с тобой пойдем переоденемся. Ребята, смотрите, какие у нас прикольные открылись аквагримы для лица кошечки Анжелы. Смотрите, какой классный. Есть еще вот такой. Сила цветов прикольный. А это что? Магия блесток. Вау, какие красивые тени. Обязательно накрасим ими на какую-нибудь вечеринку. Радужное сияние. А давайте сделаем вот такую мечту феи. По-моему, прикольная такая у нас получилась раскраска для Анжелочки. Давайте подберем ей какое-нибудь платьице. А вот и наш новый школьный наряд, но его мы примерим чуть позже, ребята. Пока с Анжелой немножечко поиграем. Что бы нам подойдет под наш новый грим? Есть у нас какое-нибудь платьице? Вау, вот такое платье, по-моему, прикольно смотрится. А давайте сделаем... Кстати, можно сделать ей хвостик с челкой. Так, а где у нас хвостик, который у нас... Давайте вот такие делаем. Длинные волосы. Кстати, еще можно сделать красивые голубые глазки. Вот такие глазки ангела. А можем мы немножко подкрасить ей губки? Давайте проверим. Попробуем нанести еще немного блеска на губы. Вот так поярче. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ой, у нас совсем пропал наш грим. Сейчас вернем его снова. То есть у нас можно делать только грим без косметики. Вот такой образ получился для кошечки Анжелы. Как вам, ребята? Понравился такой образ? Если да, напишите в комментариях цифру 1, а если совсем нет, тогда циферку 2. Давайте-ка обновим нашей Анжеле немножко террасу. Купим ей новый компьютер к новому учебному году. Вот такой желтенький пока. Я думаю, Анжела обрадуется новому компьютеру. Сейчас поменяем что-нибудь в доме. Вид из окна не будем менять. Посмотрите, какая у нас за окошком красивая осень. Ребята, а вы вообще любите осень? Или какое у вас самое любимое время года? Сейчас попробую поменять цвет пола. Ну, зеленую лужайку, наверное, мы не будем делать. А вот пятнистый пол, по-моему, подойдет. Ну, смотри, какая у тебя новая терраса, Анжела. Ребята, ловите воздушный поцелуй. Кстати, ребята, в сегодняшней серии вас ждет много-много приветиков. Давайте посмотрим, что тут у нас в пакетиках с наклеечками. Смотрите, вот такие наклеечки нам попадаются. Кстати, а вы уже собрали коллекцию наклеек, ребята? Кто собрал все наклеечки, поставьте лайк. А моя Анжела уже собрала вот такой прикольный альбомчик. А знаете, чего тут не хватает? Фотографий с 1 сентября. Было бы прикольно, если бы добавили какие-нибудь новые школьные наклейки. Ребята, а вы любите вообще школу? Кто любит ходить в школу? Анжела, а давай-ка мы попробуем с тобой немножко поиграть на твоем новом компьютере. Посмотрим-ка, сколько нам чемоданчиков сегодня удастся собрать, ребята. Вау, это у нас такой маленький рекорд, и все чемоданы завалились. Да что же это такое? Давайте попробуем продолжить. Вот такой чемодан классный. Кстати, ребята, какого чемоданчик вам нравится больше всего из этой кучи? Столько много прикольных чемоданов у кошечки Анжелы. Ой, надо тут не торопиться, а то сильный ветер очень сильно сдувает наши чемоданчики, ребята.
брошу-ка я еще один. И еще один чемодан. Вот этот тоже не помешает. И чемоданчик с сердечками. О-о-о, кажется, мимо. Ребята, как вы думаете, кошечке Анжели понравился ее новый компьютер? Что тут у нас еще есть прикольного? Еще у нее на компьютере есть вот такая игра. Ребята, а какие игры на компьютере у вашей кошечки Анжелы? А вот так соединим, а вот эту и еще вот здесь. Неплохо. Соединим розовые шары и зелененькие. Сиреневый воспользуемся мостиком. Смотрите, Анжела очень нравится играть в эту игру. А вот так, вот так. И еще вот эту. Неплохо. А здесь нужно быстро заполнить все клеточки. Ой, у нас чуть было не кончилось время, ребята. Ну что, вернемся в дом к нашей Анжеле. Анжела, а давай я тебе заодно обновлю и кухню, а потом пойдем примерять школьную форму. Вот такая у нас будет кухня в цвет осени. В красивых желто-золотистых цветах, ребята. А кошка тоже улучшим. Смотрите-ка, наша кошечка Анжела очень любит выращивать комнатные цветы. У нее их так много. Давайте-ка постелим новую скатерть. Какую бы нам выбрать? А давайте вот эту. Сейчас посмотрим, какие у нас тут есть обои. Смотрите, в горошек и вот такие, похожие по цвету на нашу скатерть. Анжела, смотри, у тебя новая кухня. Ловите воздушный поцелуйчик, ребята. А как насчет арбузиков? Арбузы Анжела очень любит кушать, ребята. А кто из вас любит кушать арбузики? Да-да, знаю, тебе нужно почистить зубки после еды. Кстати, ребята, вы заметили, Анжеле нужно чистить зубы каждый раз после того, как она покушает. Ну что, пойдем уже скорее примерим твою новую школьную форму. Где же она, ребята? А вы напишите в комментариях, в какой форме Анжеле лучше, в чем ей отправиться завтра в школу. Так, ребята, где же наша форма? Наверное, она вот здесь. Как вы думаете, можно ли кошечке Анжеле отправиться с аквагримом в школу? Что тут у нас? Где же наша форма? Так, ребята, куда же она пропала? Не могу ее найти. Анжела, уже перемерили с тобой целую кучу одежды. А форма нам еще не попалась. Вот она. Какой красивый школьный наряд. Да, ребята, забыла сказать, у нас же новая коллекция туфелек. Смотрите, какие сапожки. Как вы думаете, какие лучше купить Анжеле в школу? Может быть, купить ей удобные слепончики? Или стильные туфли на шнуровке? По-моему, вот эти туфли классно подойдут под школьную форму. Давайте попробуем Анжеле поменять цвет глаз. Хотя, наверное, голубой. Можно сделать вот такие просто голубые глазки. А теперь сделаем ей макияж, который подойдет под нашу школьную форму. Давайте возьмем вот эти нежные голубые тени с блестками. Отлично. А какую-нибудь нежно-розовую помаду, например. Не сильно яркую. Вот эту. И немножечко румян. Давай скорее щечки. Отличненько. И, конечно, возьмем не яркую, просто черную тушь. Накрасим глазки нашей Анжели. Смотрите, вот такой у нас наряд для школы под номером 1. Ребята, если вам понравился этот наряд, и вы считаете, что наша кошечка Анжела должна отправиться именно в нем, тогда напишите в комментариях цифру 5. Кстати, ребята, приветики вас ждут немного позже. Ну а теперь давайте попробуем подобрать с этой школьной новой школьной формой какой-нибудь другой образ. Например, сменим обувь. Вау, смотрите, какие классные высокие кеды. Обязательно купим их нашей кошечке. Ботинки в цветочек тоже очень классно смотрятся.
Кстати, под эту форму очень классно подходят туфли с ремешком, но мне почему-то захотелось купить именно вот такие золотистые ботильоны. Смотрите, как классно они смотрятся на ножках нашей кошечки. Давайте попробуем ей поменять прическу. Можно сделать вот такие светлые волнистые волосы, например. Попробовать поменять цвет глаз. Вот такие желтенькие глазки. И немножко сменим макияж. А можно добавить немного каких-нибудь теней. У нас есть, кстати, с вами золотые тени. Да, вот есть и золотые тени. Можем поменять губную помаду. Ну, можем добавить, можно вот эту попробовать помаду. Вот такую. И попробовать, сейчас сотрем розовые румяна, попробовать румяна с мерцанием. Под цвет нашей помады. Вот так, смотрите, у Анжелы получился прям настоящий осенний макияж. Вот такой у нас образ школьной формы под номером 2. Если вам понравился больше этот образ, тогда напишите в комментариях циферку 6. Ну а я подбираю следующий образ, а вы, ребята, решайте, в какой форме отправится наша кошечка Анжела в школу. Может быть, ей купить вот такие мерцающие туфли? Что тут у нас есть еще классного? А давайте купим ей вот такие классные высокие кеды. Теперь поберем прическу. Можно сделать ей прическу, волосы на одну сторону называется. Сделаем ей темно-карие глазки, вот такие, и поменяем макияж. Давайте сделаем губную помаду под цвет наших ярких кет. Я сейчас вам ее покажу. Смотрите, какая прикольная. Вот она, такая же яркая, как наши прикольные кеды. Конечно, немножко ярковато для нашей школы, но я думаю, кошечке Анжеле можно отправиться так в ее кошачью школу. Так, а что у нас с тенями? Возьмем вот такие нежно-бежевые тени. И, конечно же, тушь для ресничек. Можно попробовать вот такую тушь для ресничек под цвет волос Анжелы. Смотрите, какая прикольная коричневая тушь. Готово! Вот такой у нас образ, ребята, под номером 3 для нашей кошечки Анжелы. Ну что, я пока немножечко открою наклеек и заодно передам для вас, дорогие подписчики, много-много приветов. Первый привет у нас сегодня летит для Анечки Kids. Большой-большой тебе приветик, Анюта. Женя Прокопьев и Кариночка Тетюра. Огромный-огромный тебе привет. Также привет для и Элеоноры и Леры Хомяковых, Вадиму Будникову, Лианы Волковой и Айжан. Огромный-огромный привет. Кристина Злобина получает привет. Кира Коваленко, Мария Зыкова, Ванечка Бузмаков, Ксюша Чибисова, Лера Заворотная, Яна Федосик, Ксюша Кети, Полина Курмазова, Кристина Косельникова, Катюшечка Винокурова и Кирюша. Огромный-огромный вам приветик, друзья! Также у меня есть привет для Настушеньки Крутась, Карины Тетюры, Насти Шарови, Софии Хоменко, Алены и Данилу Талетиковых. Большой-большой вам приветик, друзья! Лизочка Медведева получает привет. Также огромнейший привет для нашего давнего подписчика Рената. Ренат, если услышал свой привет, напиши в комментариях цифру 9. Аиша Байтен, тебе тоже огромный-огромный приветик. Ребята, ну а если вы тоже хотите получить привет от канала Ушастик Кид, обязательно подписывайтесь и напишите в комментариях ваше имя и фамилию. Ну а нашей кошечке Анжеле пора немножечко отдохнуть. Только для начала давайте-ка оденем ей пижамку, ведь завтра ей отправляться в школу. Анжелам, давай отправимся в гардероб и посмотрим, какая у тебя тут есть пижамка. Она у нас вот здесь, ребята. Вот такая пижама Боди. И мягкие, любимые тапочки кошечки Анжелы. Ну а теперь скорее спать.
Ребята, с вами был канал Ушастик Kids. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео самыми первыми. Всем пока-пока! Сладких тебе снова, Анжела!